Ребята, всем привет! У нас уже получается по счету третья серия новыми персонажами. Я бегу, выполняю квест. Денис тоже уже где-то на подходе к городу. Да стопудово уже в городе. И... Так, погоди, Андрюша, я тут прыгаю. Ты прикинь, у меня до сих пор щита нету. Это пипец. Ты щитом-то бегаешь, нет? Я бегаю щитом, но, честно говоря, я им не пользуюсь. Я пользуюсь своей двуручной палкой, потому что она у меня на текущий момент больше дамажит. Да, молодец, Андрюха, да, да вообще красавчики мы. Так, ладно, итак, действительно, доброе время суток, уважаемые зрители. Я тоже тут пытаюсь что-то сделать. Андрюша, короче, мне что-то этот, мне показали куда-то идти, что-то делать. Беги в доме. Беги за мужиком. Тебе мужик, он будет за собой вести, он манит рукой. А, нужно у нас, бежать. Походу, мы сейчас должны, знаешь, по разные стороны, Андрюха, именно дойти, чтобы до серединки. Было-было, крыса, крыс сейчас будем убивать. Да, я сейчас тут крыс валю, Андрюха, это пипец ему. Так, открываем. И самое главное, конечно, ребята, не забываем, кто тоже с нами играет. Играет в игру Параград. Вверху смотрите, за уровень нам дают бонусы, обязательно нажимаем получить. И получить сейчас это за время, проведенное в игре. Чем вы дольше времени проводите, тем, соответственно, более дорогие вкусняшки вам будут выдаваться. Да, 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 согласен. И знаешь, что самое интересное, Андрюш? У меня вот игры, вот этих сундучки открываешь, там на туре столько много вкусняшек, няшек, это жесть. Получить. Это уже в данже с крысами, да, получается? Да, я там получаю все, в натуре получаю. Не, кстати, мне нравится стрелком, он у меня как этот, ё-моё, да-да-да-да-да-да-да-да-да, у него пипец, у него сейчас такая скорострельность, жесть просто, брат, я тебе говорю. А мне, честно, извини, перебил, понравилось с этим играть магом, вообще сдалека просто красота. Да ты чё? Один удар, второй, третий, где даже подбежать не успевает. Так у меня тоже как бы, ну видишь, мы, ты получается, да, ты получается видишь этим, как его рубишься, кастером, я тоже практически кастером, но у меня он, не, у тебя, он же скиллов же столько же, сколько у тебя получается. Да, мы, получается, здесь все скилловики, пипец. Ну это смотри, получается, да, тебе стрелы же не нужны, это ж не Майнкрафт. Нет, получается, конечно. Что мы с тобой, по сути, одинаковые, только единственное, они по-разному назвали вот эти вот умения, и, может, чуть-чуть они по-другому работают. Давай, уйдем, меня тут ковыряет, тут пипец, Андрюха, у меня какой-то крыс, оказывается, каким-то этим может пыхать, ему это жесть просто, Андрей. Ты этого уже босяру бьешь? Да, я его заковырял уже, тут делов-то, ему тут дэмэдж-то хороший идет, то есть я вообще... Это не сравнить с этими, когда мы с воином играли, подошел, колупаешь. А суть же этих персонажей, ты сдалека лупанул по нему пару раз, и все. Если ты его подпустишь к себе, ну... Берегись, как говорится. Да, ковырнет на раз, два, три. Так, Андрюша, давай, братка, я тебя жду. А здесь, ох ты, что так, завершить квест. Бам, квест завершен. Что-то сейчас там я мне... уже к этому большому крысу подошел. Да, давай, братка, выходи, я тебя тут встречу. И знаешь, что самое интересное, что хочу еще... у меня уровень поднялся. Так, стоять, поднялся или не поднялся? Пару надо, пару поддать. Вот, это единственная игра, в которой поддать пару, это означает как раз в прямом смысле, что именно пару это и поддаешь. Вы что-то, ну-ка, подожди, вы что-то там, так, стоять, так, сбросить, принять, чик, я себе дэмэдж повысил у этого, как его, у ядовитого выстрела еще раз. То есть я решил, Андрюха, качать что-то одно, братка, так. А так и надо, Денис, випку активируй, випку. Випку, сейчас, подожди, активирую, подожди, так, на себя, концентрация какая-то там, пипец, плюха, так, химерой какой-то, так, секунд, урон плюс 12% на себя ему, жесть, брат, а у меня что-то вип над башкой горит, все нормально, Андрей? Нормально, он будет гореть в течение определенного времени, у меня сумка забилась, поэтому, ребята, не забываем заходить в кузницу и разбирать старые вещи, делается это элементарно, вот как я делаю. У меня тоже, Андрюха, все забилось, братка, я тебе говорю, все разбираем, пипец. По максимуму. Так, погоди, мы же должны дойти до определенного момента, стоять, вот она, там будет чувак, Денис, который квест даст на разбираловку. Ну, там буквально одну вещь разобрать, можешь ее оставить. Возможно, он даже тебе ее сам даст, потому что обычно такие моменты в игре просчитаны. Ой, подожди. Я улучшил, балбес! Это лучшее оружие продал?
Да не, я улучшил то оружие, которое не нужно было, да. Да ладно, я как бы, я все время, я подзабыл, если честно, так, ладно, так. Ничего, там, знаешь, мы столько металла разбираем, там же металл идет на улучшение. Да, давай, братуха, так, сейчас все, я тут... Так, я вышел наружу. Угу, я тоже вышел, сейчас... я тут стою, Андрюша, рядом. Ты у тетеньки брал квест? Я тетеньке сдал квест. Погоди, я тоже сдал ей квест. А подожди, а я тебя не вижу. А, ты у своих вышел, а я у гномов вышел. А, елки-палки, неужто у нас не будет пересекаться теперь? Будет. Погоди. Сейчас я подожди. Я иду, погоди, стой, я на велике еду куда-то, меня отправила доска. Подожди. Так, а ты... А, вот туда. Так, нажал. Все, он у меня тоже. Ты к доске едешь? Не-не, меня доска отправила. Я к доске подошел. Доска ежедневных заданий, скорее всего. И она меня отправила в центр к роботу, который будет... Ой, погоди, нет, я дальше поехал. Ёкарный баба, нифига, тут здоровые орки стоят. Так, этот, как... Подожди, я тут... я к роботу, брат, тоже еду. Ты где-то здесь? Нет, брату. Я рядом, недалеко от робота. Погоди, взять лекарство, завершить квест. Давай, да. Не-не-не, я у мужика какого-то, Андрю. Так, я тебе сейчас увижу. Он меня куда-то кинул. А, опять этот ролик пошел. Книга 2, глава 1. Дай-ка я сейчас ее пропущу быстренько. У меня тоже я пропускаю. Оно мне неинтересно. Так. Мы, значит, все. Рядом где-то находимся. Да. Так ты... Так. Рина. Вот, я в дебах, Андрюха. А, вот он, ты рядом. Стоп, не шевелись. Вот он я. Стоп. Я тебя давай. В пати возьму. Так, да, на колбу, да, команду. Давай, поехали. Видишь, у меня до сих пор этого нету щита. Так, тебе куда надо ехать, братка? Мне нужно ехать, смотри. Мне нужно ехать цель ба какой-то и что-то такое. Я вот тебе не туда, куда мне надо? Разблокировано, потренируйтесь улучшать транспортное средство. Ты еще не брал у робота квест на улучшение транспортного средства? Да я что-то не помню. Так, у меня тут нарисовано, что квест надо бежать, убивать всех, Андрюш. Сейчас мы один момент улучшить. Ай-яй-яй, подожди. Так, стоять. Дальше. Подожди. Урок по... Улучшению транспорта. Да, Андрюха, погоди, еду, брат, подожди. Тебе сейчас этот робот будет давать примерно 2-3 квеста. Первый по улучшению транспорта, второй по улучшению твоей экипировки. Так, как улучшить? Хорошо. Так, что я нажал на колесо? Улучшить. Все, я улучшить еще раз. Так, закрыл, улучшил. Понятно. Дальше все, поехали. Следующий будешь улучшать экипировку. Я круто, уже завершить. Ее. Еще дальше поехали. Как улучшить, чего это там? Чего? Нажал. Чего? И что? А, и щит у меня появился. Улучшить. Дэн. Все, я улучшил, Андрюха. Бам, все, есть. У меня есть щит. Я наконец-то теперь со щитом. Не-не-не-не-не, этот щит для этого, прошу прощения, ты его в следующем квесте... Ой, извините, опять... Как переработать ненужный, так? Вот, ты будешь сейчас перерабатывать. Да не буду я щит перерабатывать, ё-моё. Да он странный. А, не, у меня стрёмненький какой-то щит есть, Андрюша, подожди. Я тебе могу, по сути, свой... А, на тебя мой, наверное, и не налезет, да. Почему не налезет? Налезет, Андрюха, я за любой щит... Сейчас, погоди, я тебе торговлю тогда кину, так, настреляй. Да не надо, Андрюш, погоди, все, я еду. Не надо. А нету торговли, ты прикинь, торговли-то нифига и нет. Торговля может быть через обмен. Бакус флогист... Да, бакс фигнёй, да, Андрюха, бакс фигнёй. Хорошо, ладно, едем туда вместе. Так, давай, поехали, смотри, какая ситуация, Андрюш. Вон там нужно этот, как его, заходить, ну ты глава, давай ты заходи, брат. Или нам обоим надо заходить. Ё-моё, какие-то тут классно одетые, пипец. Не-не-не, первый, Денис, поэтому заходи сам. Первый, я тоже, давай, влетаю! Так, все, бункер. Не, самое интересное, что мы хотя бы уже знаем, что делать, как делать, куда бежать. Вот я реально, я уже как-то давно говорил, в ММОшки, которые вам нравятся, нужно играть несколько раз. Так. Первый раз вы персонажа загубите, это 100%. Это железобетонно. Если там нету в игре сбросов каких-то, либо еще чего-то, вы его стопудово загубите. А второй раз вы уже знаете, по ком... Ух ты, какая там красота. Давай, брат, работаем. Куда ты побежал-то? Уперся, пипец. Работаем. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да, я сзади окучиваю, брат, тут вообще, помнишь песню «Суслик паукан»? Что-то знакомое тема. По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, шли обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на.
Ты вообще, ты на-ну-на-ну переслушался, что ли, или что, Андрюш? А была такая, кстати, ребята, группа реально. Ух ты, это я, смотри, картинку видел. Я настолько стар, что я знаю, что в деревне Вилла Риба посуду моют фейри. Там что-то типа этого было, помнишь? Вилла Баджо, да. Вилла Риба, Вилла Баджо. Да-да-да. В деревне Вилла Риба все еще моют посуду, а Вилла Баджо уже празднуют. Да, уже, ну как его, праздную, да, то есть такая... В натуре пипец, Андрюха, я и забыл за эту тему, так да. Мы совсем маленькие были, когда это было. Вилла Баджо и Вилла Риба, Андрюха, ёкарный бабай, в натуре. Мы с тобой действительно настолько стары, да, что они до сих пор моют там что-то, ёкарный бабай. Да-да-да, у меня там... Ты что там, у тебя какие-то молнии из глаз и шары откуда-то вылетают, шары, Андрюха, это в этом летают, в Стар-конфликте. Полетели дальше, так, в следующий день. Давай-давай-давай, в Стар-конфликте там что-то, это инженерные пушки новые апгрейдили какие-то, надо будет потом. Да, обнова какая. Мне вот, честно говоря, вот, чем чаще стар захожу, тем мне больше охота зайти и уже, знаешь, до конца, до финала прокачаться. Давай, давай, ты знаешь, сколько там, там кредитов, пипец, сколько надо, Андрюша. Миллиарды. Там, ну как миллиарды, миллионы. Там, миллионы. Да, да не миллионы, не миллиард, там сидеть действительно не так уж и долго, там именно деньги, как бы, в, как его, я вот, я, ну, я немножко донатил, как бы, то есть а такая ну, нет, ну, если есть возможность, всегда, как бы, это нормально. Одни покупают себе... А другие донатят. Не, ну я корабли никогда не покупал, то есть я... Не, я корабли, вот единственное, что я и покупал, это были корабли. Не, честное слово, потому что прокачивать вот так вот с нуля, это, конечно, очень интересно, но охота полетать на чем-то таком матером, мощном, правда, меня сливает все равно на нем, потому что корабль есть, а скилла-то нету, скилл тоже надо поднимать. Да, скилл это непосредственно... Это одно из важных. Меня тут в гильдию приняли, а я инжиром пошел, мне говорят, ну я им написал, кстати, одно нехорошее слово всей толпе там, да, и меня забанили на час, короче, этот, мой этот, как его, не игру забанили, забанили, а чат. Чат забанили. Ну, и вот мне тип пишет, там, где в гильдии был, так же как бы и остался, ой, это туда бы мне это, он мне пишет, типа, ты, говорит, дольше всех держался, а там реально, я не говорю, что я такой хороший, ну реально, это пипец, Андрюша, так беспонтово слились, и получается, что я там прям пипец, аж, и вот я не, сильно-то и не ругаюсь, бывает, но это меня аж прям разозлило, брат, пипец, ёкарный баба. Подбирай. Да, подбирай, о, брат. У меня новая экипировочка. Давай, бронька. У меня тоже бам, бронька тоже. И... О, плюс 14 сопротивления, нормально. Одевай. Ну-ка, погоди. Я тоже приоделся, Андрюха, тут маленько. Кстати да. говоря, ребята, такая вещь. Смотрите, вот мы играем в качестве HD 1820. Ой, смотри, Андрюха, ага, давай сейчас вот. Вижу. Чайна! Это искорка. Да давай, брат, такое давай. Такое название искорка, что даже бить его неохота. Но... Давай, давай, вообще пипец. А ты знаешь, почему он меня бьет? Потому что я, наверное, больше дэмэджа наношу. Кстати, просто, ну, и, ребята, смотрите, вы, я что-то пропустил. Чё ты пропустил? Что-то ты про API было или нет? Да я его пиздил, ну, ой, это... API сделал, имеется в виду, ребята. Да, да. Это все разработчики Майнкрафта, поэтому они обессудят. Они когда API сделают, ребятки, то есть... Это будет столько новых модов, вы не представляете. Да, 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 так ты где, братка, ты где? Я бегу дальше по коридору, походу я еще не в ту сторону. Ты не в ту сторону побежал, братуш, братиш, ты че? И я что хотел сказать, ребята, игрушку можно сделать на весь экран Full HD со сглаживанием. То есть у вас не будет вот этой квадратности всей. Мы для съемок это сильно не включаем, чтобы не было лагов и тормозов. Да, есть такая тема. Просто как бы боимся немножко. Знаешь почему? Вот я почему это упомянул? Потому что многие говорят, вот, браузерная игра, графика неинтересная. Да, ну, мне кажется, вообще за браузерными, Андрюха, все именно будущее. Именно, Денис, не пройдет некоторого, я не знаю, года, уже будет большинство игр. Понятно, что там, конечно, такие гиганты. Опа, погоди, но... Андрюха, а я ничего не выполнил. Ну-ка, стой, а у меня тоже горит туда, а чё мы не сделали с тобой? Подожди, может быть ещё? Бакс, фиогистоном мы с тобой должны были добыть. Да, ну смотри, Денис, как бы, хорошо. Давай мы... туда ещё раз ещё... пойдём. Стой, не ходи, давай уже в следующей серии пойдём, потому что мы с тобой маленько уже за край вышли. Давай. В следующей серии мы снова пойдём искать бочонок, но тем не менее мы хотя бы шмоток из этого босса выбили и приоделись маленько. Да, итак, уважаемые зрители, спасибо, что были с нами, до свидания, Андрей. Всем пока, ребята, не забывайте заходить в настройки, очень много полезного. До свидания. До свидания.